Into each life some rain must fall. Дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Fallout 4. Мы находимся, ну, около логова лебедя, которого мы с вами расстреляли в этом парке. Нам с вами нужно двигаться по пути свободы, потому что я понял с предыдущей серии, путь свободы — это вот эта вот линия. Ну, не знаю, я просто по ней пошел, она меня куда-то увела. У меня появилось подозрение, что нужно идти по ней. Хотя, ну, просто я ее больше тут нигде не видел. И при этом, заметьте, она вот тут идет. Но мы пойдем по этой, и в итоге... Не знаю, короче говоря, вы поняли, да? Предыдущая серия у нас была почти мирная. Только под конец вот этот вертолет упал. Вон он. Вертиберт, который. Мое предположение, по-моему, было... Да хрена он знает, что за код. Ну ладно. Я, короче, похоже, я не совсем понимаю, я эти коды не записываю. Это может быть проблемой, но я думаю, что обойдется. Обойдется. Так, о, черт, гули. Гули, 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 гули. У меня пушка, которая их просто рвать будет, но она энергетическая, поэтому... Не с тем, говорит, синтом связался. Ник, следи. До хера. Так, там рейдер. Короче, я уже вижу, будет весело. С ними вот так надо. Пометил. Ок, патронов полно. Да и враг не особо серьезный. Так, ну ладно, пойдем. Спасибо. Старое кладбище Гранари. Господи, сколько тут места, если вот это вот все следить. Кладбище прямо в центре города. Офигеть. Франклин. Здесь Бенджамин Франклин. Ничего себе. Так, я надеюсь, мое предположение правильно. Ну, вроде как правильно, смотри, какие-то коды нахожу. Я тут уже был, я помню. Тут супермутанты сейчас будут за этим. Пушку у тебя, конечно. Ее можно прокачать, по-моему, твою пушку, и обратно тебе отдать. Но, надеюсь, ты будешь пользоваться ей после этого. Так, о, понятно. В смысле, what is it? Ничего не было. Да подвинься, Ники. Must have been nothing. Все верно. Мы здесь уже просто легендарного убивали, поэтому смысл это нам. Так, окей. Вот и хер его знает, вот куда оно идет. Явно не сюда, я вас понял. Unhappy. Супермутанты охеренные. А там плачет уже, что ли? Так, показалось. А, вот оно. Отлично. Я надеюсь, по крайней мере, что это оно.
Ок. Now a 6 and an O. Хрен его знает, что мне это дает. В итоге из этого всего сложится что-нибудь, наверное, нет? Шарик. What's that? Добей, добей, вожак. Господи, по каким мы уже шапеням лезем? Ты посмотри. Так, тут есть что? Книжный магазин Old Corner. Только у нас немножко другой прикол сейчас. Куда же нам, блин, идти-то? Так, ну вообще оно уходит. Оно вот так вот пошел, пошел. Ну, туда идет, по идее, да? Походу на территорию... А, во. О, нет, только не вы. О, черт. Что-то у меня по здоровью беда. Слушай, рейдер, тебе оно реально надо, да? Че, больной? О, черт, у него там толстяк был. Шарахнул бы, тут все умерли. Так, вот эта подлянка была неприкольная. Кто-то нас опять палит. Ты что? Сраные рейдеры, кругом. Так, крышка давай. Это пригодится. Ого. У вас столько бляха не хватало. Так, это все не нужно. Че, работаем по ним, что ли? Че еще делать-то? Я думаю, нас по-любому спалят. Так, ну-ка. А, тут вообще тупо кровью, по-моему, или красной краской. Ну, хер его знает. Тихо. Да, блин. В смысле зашел? Куда зашел? Так, Валя, отходим. Что там, короче, на пусковую установку нарвались. Ну, я думаю, сейчас его там немного приложат. Он пойдет отдыхать. После этого мы... Так, хорошо, я вас понял. У нас тут... Хотя не, погоди, у нас там сзади один товарищ. О, черт. Мама. О, господи, пипец. Здесь реально заваруха. Что-то мы сами нарываемся, короче говоря, куда-то прем. Не надо так. Я просто по этой дороге и... Хотя ладно. Че уж тут говорить-то. Сидит себе, отдыхает, да? Так, вон ходит одно тело. Самое печальное, это вот это вот там, который сидит все-таки. Давай с него начнем. Я не пойму просто, где у него тут вверх, где низ. Свидание. Так, сейчас дерьмо полетит. Давай, Ники, встречаем. Там сейчас полудурок опять побежит.
Не, к этой пушке у нее свой прикол, но надо привыкать. Где он там идет, нет? В прошлый раз такая шобла бежала. Где-то есть. Это было круто. Там еще бегут, между прочим. Тот самый мужчина, которого мы настреляли. Да их там до хера. Так-то. Так, эта хрень, если что, ведет прямиком туда. По-любому туда придется идти, поэтому... Не ушел. Да подвинься, ну. Ну что, погнали? Вроде кончились все. Что за прикол? Что это такое? Не знаю, в этом городе хожу, как это такое. А что это? Что это такое? Nice. И чё? Я вас понял. Ты же злой, да? Ну да. В смысле злой? Ник, не лезь, сейчас влезешь. Ну, полез, короче. Типичный ник. Давай, добей его. Ну, так бейте его уже. Ее. Так, мне, кстати, боевая броня для левой руки, по-моему, нужна. Ну-ка. Кожаная броня для правой руки. Так, у меня... Ага. Аня, все нормально. Но он по-любому где-то там наверху сидит. Да и хер с тобой тогда. Так, нашел тебя. Бляха, сколько мы будем идти-то, но... Могли сквозь дом пройти, но я думаю, там бы еще дольше было. Короче, эта пушка здесь больше поможет, по-моему. Тормаживая игра. Ты чё, наркоман, что ли? Метро. О, блин, столько всего интересного. Ну ладно, идем по квесту. Я сейчас реально в такую жопу приду какую-то. Я прям чувствую. Чего вы мне втираете? Здесь по-любому кто-то есть. Не может быть так тихо. О, я понял. Ну конечно, ты же меня не прикроешь. Все? Вроде все. Так, во, круто. 18 next. Блин, да сколько уже идти-то? You building a collection or something? А как тебе сказать? Вообще, да. Сломанная берцовая кость. На кой хрен? Это у Чан, он тут людей валил. Ладно, бывает. Никто не идеален.
Куда-то мы с вами пришли. Это оно? One R. The trail ends right at the church. Ну, пришли куда-то, ладно. Это было прикольно по-своему. Необычный такой квест, задание. Так, найти подземку. А мы типа ее не нашли еще? Сейчас Ник нас будет палить, я думаю. Ого, красиво тут. Так, Ник, ты вообще стрелять не будешь, да, я понимаю так? Бежит. Прицел, на самом деле, вы мне рассказываете, что он какой-то мега полезный. Пока ты, в общем, пометишь врага, ты уже 100 раз успеешь убить. Так что не очень уж полезно. What's that? Прикольно тут у вас. Так, я там все взял. Ну смотри, ну это как бы их указатели, да? Вроде как. Блин, это прям так и просится на какой-нибудь скриншот. Хотя нет, не просится. Фуражка капитана корабля. Ну-ка. Ну да, окей. Even after all these years, it still feels sacred. Прикольно, что каждому твоему напарнику сделали большое количество реплик под каждый случай жизни, да? Это мне нравится. Очень, да. Так, я вижу подъемы наверх, но враг у нас показывает, что внизу. Как нам попасть вниз? Dark Souls. Закрытая дверь. Тайная. Тихо. Кого-то слышу. Ну да, не богато. Враги снизу, видите? Хорошо, как туда попасть? Отсюда, что ли? Знает. Я все время тянусь к перезарядке. Забываю, что это бегали, так не надо. Так, Ник, уйди нахрен. Знаете, что не хватает? Возможности кинуть что-нибудь, кроме гранаты, потому что враги здесь очень прикольно реагируют на всякие звуки. Я имею в виду там на грохот и тому подобное, и когда ты кидаешь вещи, они, как правило, туда идут. Ну, не то, что кидаешь вещи. Можно было привлечь внимание.
Да убери ты свою задницу, блин. Ник. От напарников пока что одни только проблемы. Ну посмотри, он опять меня не пускает вперед. Но то, что он откроет для меня любой электронный замок, это единственные замки, которые я не могу открыть. Это все искупает. Только поэтому ты со мной здесь сейчас. Да уйди ты нафиг. Ого. Спасибо. Вообще-то да, но не лезь. Тебе тоже достанется. Серьезно, он посмотрел на меня и развернулся. Что это такое? Что это за штука? It spins. Это было сложно. That's not right. А. Кольцо Путь Свободы. То есть я могу одно кольцо? Ага. R7, по-моему, это. Блин. R потом. Неудобно просто. Так, ну хорошо. Да, блин. R7, что там дальше было? Так, у нас это где-то в инфо там помечено, нет? Видимо, нет. Ну, значит, придется попотеть, да? Рейл. Ро. Ну, тут просто Railroad, но по-другому не получается по смыслу. Railroad, если я добрал. Да? Да. Прикольно. Слушай, реальная головоломка, которую было довольно сложно решить. Первые три буквы я подобрал, потом четвертую так с трудом. И после этого уже я понял, что это слово rail. И с rail у меня первая ассоциация была railroad. Так что не так уж сложно. Так, Ник, за собой закрываем все, да? А, я понял. Ковнант тут закроет. Ник, свали нафиг. Я такой в этой шляпе. But before we go any further, answer my questions. Who the hell are you? Патрон убери. Why don't you tell me who you are first? In a world full of suspicion, treachery, and hunters, we're the Synth's only friends. We're the railroad. So answer my question. I followed the Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. Who told you how to contact us? Да не знаю, в принципе, это ей угрожает, нет? I don't want to get anyone into trouble. We'll find out, one way or another. Last question. Why are you here? I found a Courser chip. Can your people decode it? You have what?
This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my invitation? Oh, I see you invited the Courser killer. Nice. Deacon, you're late. You're saying this intruder actually killed a Courser? Single-handedly? Oh, that'd give even Gloria a run for her money. Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal. If you're done interrogating him, you might want to show this Courser murdering machine a little courtesy, Just a thought. I owe you an apology. Но я бы себя не назвал машиной для убийства охотников. Вы бы это видели. Дездемона. Серьезно? Что такое подземка? Это я понял, но более подробно. Дез, мы должны пустить его в. Он имеет for God's sake. That violates our security protocols. To hell with that. He killed a Courser. There's no way he's working for the Institute. We're letting you into our headquarters. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about your chip inside. Так, сними эту дурацкую шляпу. Люди, что про тебя подумают? Ты чё? Ну ок, хорошо. Не знаю, мне нравятся эти ребята пока что. Ну такие. Дьякон. Я вас понял. Подожди, это... Это обычный пулемет, да? Saw some of your work along the trail. Not bad. Тебе не тяжело, ничего? The trail was easy. Just another walk in the park. Ha! You know it. Listen, you caught us out of shit time. We're still recovering from something I can't get into. We're a man down, though. And if anything Deacon said about you is true, I'd like you on our team. I don't know if I even want to join the railroad. I hear you. I can't believe so many of you guys risk your neck for us, but hey, if you decide to join... I know Dez said we don't got room, but talk to Deacon. I'm sure he's got an angle. He always does. Окей, давай потушим свет. Не знаю, мне как-то нравится вот это вот все. Атмосфера таинственности. Прикольно сделали. Дездемона, давай. Сейчас дверь сломаешь опять, да? И я успел. Нет, не успел. Ох, пока ты отдуплишься. Вот что они это сделали? Вот зачем? Оно очень странно работает. Ну да, посмотрим, что у вас здесь есть. Что-то мне в последнее время везет на большие поселения. Я думаю, это тоже большое будет. Так, сейчас погодь. Смотри, реально катакомба? Круто. Вы узнали это место? Оно очень похоже на... Wolf Among Us. Помните? Тот самый колодец. Узнали? Прям один в один вообще. Hey, Dad. You need something? Tom, our visitor here has a Courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages! Right. Some ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the Courser chip. Я вас понял. No way. That chip is mine. To anybody else in the Commonwealth, all you have is two caps worth of salvage. With us, that data is priceless. But we're not just going to give that away. Talk to me again if you change your mind. Я понял, выбора особого нет. Made up your mind. But I got my eyes. We decode the Courser chip for you, but after that, it's ours. Deal? Да забирай, ладно. Fine. It's yours. All right, Tom, make it happen. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. We're in. Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. What? Oh man, don't crash. Hold it
together. Memory hiccups. Here it comes. Encryption algorithms. All right. Still running. Oh, man. They've added more decimals to the last cipher. This is gonna be... Come on, baby. Show me that pattern. Where is it? Wait. They're using the same logarithmic function as the key generator. Got you, you institute bastard. I got you. Software in. So, come on. Show me that. Then we got it. We got the code. Ты что саргазмируешь там? Let me load that onto the holotape for ya. Good work, Tom. Yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, Des. Start working on the rest of the chip. And you, I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear. If you use that data and discover anything involving the Institute, you share it with us first. Otherwise, our relationship will be in jeopardy. Так понимаю, что ради них можно бросить братство Стали. Это одна из фракций, к которой можно примкнуть, ну и, соответственно, отношения с другими будут ухудшены постепенно. Вот что означают знаки, да? Агенты Глори, Диакон, безопасные дома Августа, Дейт. Прикольно, слушай. Я думаю, у вас здесь где-нибудь заныкан пупс. Ну-ка, покажите-ка мне его. Так, по этому заданию можно уходить, можно с ними поговорить. Ты опять там пьешь свое вот это вот, да? I can patch you up if you need it. For a small fee, of course. Давай. See what's wrong with me, doctor. Tell me your symptoms. I think I soaked up some rads out there. All right, let's flush your system. Мы все-таки дошли до сюда. Даже не верится. All done. Any other complaints? Ну, похож на чувака из Патруля времени. Старый фильм, помните? No crazy partying or anything like that. Glad to hear it. Anything else? Там злодей главный был. Все хорошо. That was it. Off you go, then. Ого. Здрасте. Processes are busy. Pam. Processing. Unknown human entity. Your arrival was not calculated. Well, I'm here. Preliminary adjustments to statistical models complete. Commencing introduction. I was, am, and will most likely be Pam. Predictive analytic machine. Do you work for the railroad? Yes. My goals and the railroad organization have a high degree of correlation. They provide data. I provide first-order approximations of the behaviors of all residents of the region, designated Commonwealth. Rephrasing. I predict the future. Прикольно. Но верится с трудом. But you didn't predict me coming. That's correct. Caution. Biological life forms behave erratically, unpredictably. All output subject to an extremely high margin of error. Good to know. I urge you to disregard all predictions. Operation complete. You are a rogue variable. No current or previous models predict your presence or existence. Query. What is your point of origin? I'm from Vault 111, if that's what you mean. Accessing. Vault 111. Cryo Vault. Ну ты неплохо так осведомлена, я смотрю. Фига себе. Pending construction of new probability matrix. Rephrasing. Goodbye. Давай, пока. Так, а ничего, что я его использовать буду? Доступ разрешен только единице, обозначенной как подземка Альфа. Протокол прощения, мне очень жаль. Хорошего дня. Слушай, она крутая. Почему-то она именно. Ладно, пойдем. Блин, я бы в команду взял.
Hey, don't try anything, stranger. Ок. Ого. Потайной ход из штаба. Так, ну потайной нам не особо нужен пока. Воровать тоже особо ничего не будем. Давай посмотрим, что у них тут еще есть. Вообще отсюда уходить, я так понимаю, надо. Потому что по их заданиям мы еще пойдем. А пока что так. Excuse me. There's more going on than you know. Trust me. Проелся. Типичный Блэк. Don't try anything, stranger. Так, ну хорошо. Что у меня там по заданиям-то? Вернуться к Вирджилу. Ну да, ну да. Я считаю, что это будет совсем не лишним. Не знаю, мне очень понравилось это место. Я, наверное, с ними останусь. Ну, вроде как, к ним можно примкнуть, если верить вашим словам. If we're going to be dealing more with each other, I need to make sure that we're on the same page. You know what a synth is, right? Yeah, I know all about them. Good. The Institute treats synths as property, as tools. Go on. So we seek to free the synths from their bondage, give them a chance at a real life. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man, even if that man is a synth? Could you elaborate? Answer with your gut on this, your heart. If you had to put yourself in danger to save a synth, would you do it? Со мной син, девушка. Ты не понимаешь, что ли? Once I pledged my life to protect my countrymen. I don't see this as any different. Well said. Someone with your skills, your beliefs. Normally we Валентайн в восторге. Right now, we don't have the time to train. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, we can help you. See Deacon for details. You're free to go. You didn't see anything suspicious, right? Hope you didn't mind the reception. When you tango with the Institute, you gotta be careful when someone new gets on the dance floor. What's done is done. Never would have made it this far without thick skin. A healthy attitude. But it's all good now. I vouched for you. Nobody got shot. Still, I would consider it a close personal favor if you didn't sell us out to the Institute. Thanks. So tell me, why did you vouch for me? I've heard a lot of things about you. Enough to want to give you a chance. So Dez wants me to make you a tourist. That's what we call someone who helps out with the odd job here and there. What a waste. I'm just gonna come out and say this. The railroad needs you. Я вас понял. You got my attention. I got a job. Too big for me, just perfect for the two of us. You help me out, we turn a few heads, and then Dez invites you into the fold. Then, if you get into a bind and need some help, your buddies in the railroad got your back. Давай. Sign me up then. Perfecto. Let's meet up at the old freeway outside of Lexington. I'll fill you in once you get there. Так, ну мы сначала к Вирджилу сходим, а потом уже с тобой будем разбираться по этому поводу. А здесь есть какой-нибудь более быстрый выход отсюда? Ну, то есть там тайный какой-то есть. Но такого, я думаю, что прям нет. Так что, хотя посмотрим. Далековато переехать просто каждый раз. Хотя, в принципе, не так уж, да? Гули тут, конечно, до жопы. А, не знаю, сколько играю, вообще не дает. Эта игра просто охеренная. Нравится.
Не знаю, без брони пойдем сейчас светиться на чем через пару минут, наверное. Ну там у Вирджила. В светящемся море. О, а тут уже симпатично. Так, а ты у нас где находишься? Ага. Погнали. Если на меня сейчас кинется коготь смерти, это будет печально. Без брони я от него буду с трудом отбиваться. Хотя поломаю, конечно, но сами все понимаете. Your Pip-Boy doesn't sound pleased. Let's say we get out of here. Но нас уже побежало что-то убивать-то. Здрасте, хозяева. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. How'd you manage to get it decoded? I've made some friends in the Commonwealth. Better you than me. Face like this, I'm not gonna make too many friends. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. From memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the symbol explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers and send you instead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. Я думаю, теперь мне нужно будет те спутниковые антенны, которые я поднимать в нескольких местах. My area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. Your confidence is staggering. I'm just saying, I can't guarantee it'll work. But if you can build this device and make use of that code, you should be able to override the signal from the Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. Ну, точно сработает. This will get me into the Institute? Yes, if built correctly. And please get it right. You have to make it in there for both our sakes. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being normal. Да помню, я помню. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Пипец, там под задание выглядит. The hell aroma is that? Вержил. Убей его. Так, ладно, погнали. У нас там уже бежит что-то, да? Так, по Бырику. Можно поговорить с минитменами, от которых, в принципе, пользы, как я хрен знает вообще. Так, поговорить с Вадимом. Агентурная работа. Давайте агентурной работой займемся, этим займемся как-нибудь потом. Свалка против цех Карвега. ArcJet Systems, вот отсюда можно пойти. Можно от закусочной, кстати говоря. Посмотрим, что там с этой закусочной. Я думаю, там все по-прежнему довольно хорошо. Во втором Fallout, по-моему, тебе давали в команду. Ну, то есть ты мог найти когти смерти. Они же на самом деле очень умные. То есть не просто разумные, а действительно очень умные существа. И в итоге там с тобой такая дура ходила, которая еще и поумнее тебя была. Ну,
Это все лежит. Карла. А, это ты? Я ее там ограбил, помните? Когда она у нас в этом была. Do you need anything? Sure. Let's take a look. A little bit of everything. Там эта прическа не так плохо выглядела, как здесь. Не ругайте меня. Так, для левой ноги. Все не то. Да, вот так вот пойдет. Хорошо, сынули по-прежнему сидит кумарит. Блин, тут столько мест, не знаю. Просто вообще, офигеть. Чё за домик? Вообще, я по времени смотрю, что-то мы уже сегодня припозднились. Давайте на этом заканчиваем. Серьезно? Ник, ну ты просто самый быстрый пистолет. Короче говоря, давайте на этом заканчивать. В следующем видео пойдем и будем разбираться с этим делом. Вроде как оно будет каким-то прикольным. Не знаю, что-то, в общем, мне эта тема нравится. Вся эта подземка, надо будет поподробнее узнать, чем они занимаются. Что-то необычное, короче говоря. В последнее время я все больше и больше разочаровываюсь. Серьезно? Все больше и больше разочаровываюсь в Братстве Стали. Ну, кому-то они нравятся, но, в общем, не моя фракция, похоже, совершенно. Хотя в будущем увидим. Ну и, в принципе, мы почти подошли. Сколько у нас там? Да? Давайте на этом заканчивать. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока.